26 июля. Мы засели на одной ферме неподалеку от Мариньи. Я закрываю глаза, думая о Хейзел, но вижу все тот же сон. Ред, стреляй! Все тот же сон. Вроде того, все время снится. Я в порядке, а ты отдохни. Нет, я покажу Пирсону, что готов. Мне плевать, что он скажет. Тебе нечего доказывать. Знаешь, я устал от этого дерьма. Дома, если хочешь выяснить отношения, выясняй. Тогда тебя будут уважать. Я понимаю, поверь мне. У каждого из нас свои битвы. Но мертвым уважение просто ни к чему. Спасибо за поддержку. Ну и... Старина Михаил за нами присматривает. Так что беспокоиться не о чем. Вот уж не знал, что вы в это верите. Я приму помощь от кого угодно. Так ты расскажешь про этот сон? Или как? Волки задирали наш скот. Мой брат Пол и я пошли за ними, но неудачно. Ред, стреляй! Сейчас, сейчас! Скорее! Ты цел? Прости, Пол. Послушай меня. Бояться — это нормально. Нам пора домой, братишка. В тот день я поклялся, что больше никогда не подведу Пола. Но теперь я должен убедить не его, а Пирсона. Прячься! Тёрнер поведет боевую группу на площадь, а мы будем прикрывать их огнем с этой церкви. Вопросы? Все. У меня вопрос. Копи их, Стайлс, получишь звездочку. Идем. Похоже, я ему нравлюсь. Твою мать! Мне нужно прикрытие слева. Остальные, идите справа. Зачистить дом. Отходят с юга. Я иду. Враги на пороге. Пытаются маневрировать! Движение! Дэниелс, не высовывайся! Впереди! Этот убит! Можешь туда возить, но не намёк! Кидаю гранату! Прикрываю огнем слева! Враги на втором этаже! Ауди на машинах! Выходит из укрытия!
Забирай аптечку, когда сможешь! На! На юго-востоке! Вытаскивай его, я прикрою! Все будет нормально! Выпусти отсюда! Они заблокировали всю улицу! Держись, нам дружище! Нам нужен дым! Они слева! Это не ваше мозги! Убрал! Тебе. У меня аптечка. Сюда передай. На. Так, Дэниелс, теперь на тебе. День. Может, убежали, когда нас услышали. Раунды оставили припасы. Подготовьтесь и пойдем в башню. Черт! Пулемет на втором этаже. Всем в укрытие. В укрытие, скорее! Крауты! Еще крауты! Смотрите! Снял его! Дымовая в воздухе!
пехота! Артемячи! Укрытие! Заходите сбоку! Он вышел из укрытия! Выход из укрытия! Хорошо, все чисто. Церковь наша. Посмотри, что с орудиями. Нужна помощь. На! Дэниел, дверь, быстро! Иду к двери. Краут избивают истребители. Сусло наел. Займетесь зенитками. Дэниел Стайлс, вы со мной. Будем прикрывать их с башни. Хорошо, что наверху будешь ты. Без напряга. Не бойся, я прикрою. Надеюсь. Поднимаемся! Живо! Лезь наверх! Надеюсь, вы не боитесь высоты. Это что-то изменит? Нет. Полезай! Следи за Цусманом внимательно! Так, они пошли! Прикрой, чтобы они смогли уничтожить зенитки! Отлично! Враг у горящей машины! Соберитесь, ребята! Еще двое! Снайперы в здании! Противник, второй этаж! И еще раз! Немцы по левому флангу! Во дворе стоит еще одна зенитка! На ней никого, но следи за ней! Они подошли к зенитке! Огнеметчик! Вижу его! Отлично! Убери оставшихся! Стреляю! Еще двое! Они прижали Цусмана! Почти! Этот уже не встанет! Да! Получилось! Немцы их прижали! На площадь выезжают БТРы! Они прижали их! Бей по пулеметам! Есть! Осталась еще парочка! Бей по той позиции! Заканчивай с ними! Чисто! Они приближаются к зениткам! Крауты на крышах! Надо спугнуть их с крыш! Последний! Дэниелс, враг на том конце улицы! Их обстреливают сзади! На них идет БТР! Неплохо! Их окружают! Что это было? Кто это? Тернер? Так, держать! Прикрывай, чтобы они помогли! Бей по той позиции! Осталась одна зенитка! Боже! Дэниел!
Я помогу! Держись! Нет! Берегись! В сторону! Уходи оттуда! Быстрее! Крылья. Нет, сержант! Потому что я тебе не крестная фея! Черт возьми! Я потерял хороших бойцов! Так, надо собраться и взорвать те орудия! Ну же! Я не вижу Цусмана! Проклятие! Они были вместе, когда она обвалилась! Атакую врага! Удерживать эти точки! Нельзя пускать до краудов! Если нужно, у меня есть гранаты! Будь готов! Надо держаться! Граната! Ну же, надо прикрыть их! Давай! На, лови! Какое-то подавление! Стреляйте! Орудие еще стреляет! Бойца противника! Они на лестнице! Грауды прорывают! Я не вижу Цусмана! Проклятие! Они были вместе, когда она обвалилась! Нам нужно просто удерживать эту точку! Нельзя пускать сюда краудов! Если нужно, у меня есть гранаты! Он у меня в прицеле! Вижу! Будь готов! Надо держаться! Ну же, надо прикрыть их! Кидай, быстрее! Войска полетела граната! Они на лестнице! Краудцы пытаются отбить эту позицию! Мы будем защищаться огнеметом! Понял! Вижу позицию фрицев! Противника!
Поднимай красный дым! Меня упрашивать не придется! Сюда! Войска противника! Движение! Зимовая! Держитесь, пока не прилетят П-47! Они затихли! Вперед! Граната! П-47 на подходе! Сусман! Я жив. Молодцы, ребята. Вы отдали все силы. Обратили в бегство этих гадов. Вы чертовски годные солдаты. Они отлично справились, сержант. Может, вы в них ошиблись? Вы скрывали таланты, парни. Я мало от вас требовал. Но теперь мы посмотрим, на что вы способны. Принеси ему голову Гитлера на блюде. Заноет, что оно не блестит. Если будем и дальше так драться, то войне скоро придет конец. Потому мы и должны играть по-крупному. Ладно, я в деле. Мы взяли Мариньи. Немцы отступают так же быстро, как мы наступаем. Но мы под постоянным прицелом Пирсона. Кажется, нам придется превзойти себя.